Мы его сегодня стёрнем. Ага, когда это случится. То есть мы вас Кстати, уничтожим. всем привет, с вами Сулбрух, и с вами сегодня КСМП. Всем привет. Кстати, я ник старый, ну я уже говорил. Потому что мой аккаунт долбанный в рот удалили. Как любимый режим на время Toilet Tower Defense. Угу. За что? Там баг просто был, говорили все. Кстати, вот эти что я могу. Ого, патруля-ля, а способ бегин. О, писуном стал. Ладно, давай поберите этих лимонов, на первую начну. Подойдите сюда лимоны, я вам покажу трюк. Как увеличить свою пенсию в 3 раза. Хотите? О. А как я стрельнуть нормально? Я не могу стрельнуть. Не смешно, КСП. Зашибу багетом. О, на-ка, давай попробую кису багет. А вкусный, кстати. Спасибо за рецепт. Пока. Ух, нифига себе багетыч. Ага, он самый сильный. Он сразу всех 3 лимонов рубил. Дай что-нибудь понормальнее. Ох, нифига себе. Это огромный банановый кот. Надо его убить. Блять. Давай я лучше. А он бессмертный. Давай я, сосиска лучше. Даже от бессмертных помогает. Да, конечно. Надеюсь. Ему не понравится, что ты его... О, давай, он тебя бьет. Да хватит, ты хотел уже сосисочки? Он не хотел сосисочки. Он тебя вырубил, все. Я спать. Ну что меня? Надо все-таки его как-то убить. Я знаю, у меня есть одна крутая тема. У меня есть пульт от ядерки. Не надо взрывать пульт от ядерки. Сейчас вы прийти 250 тысяч тонн дрочила. А вот 250 тысяч тонн тратила. Нажимай пульт и... А! Где я? Где мы? Ух, нифига себе, какая сила. У меня даже... Мой багет сгорел! Мой багет сгорел, капец! Зато у меня очки крутые, как у тебя. Красные, зашибись, моя маска еще черная. У меня тоже. Хочешь пульт от ядерки подарю? Нет, не надо, дядя. Лучше дай багет. Мой багет, он уже поджаристый, зато более эффективный, сейчас с лимонной кислотой. И шикарный багет мой будет. Да не пульт от ядерки. Багет мне отдайте. Во. Хочешь кусочек? Ладно, я не хочу. Тепленький, да? Да, очень тепленький. Прям красным горит. Да. О, особенно мой. Так, где еще лимоны? Заплакал на нас и сдох. Понятно, бывает. Я просто надо чувствовать. Не смешно, а банановый кот стал джи-котом и сдох. Бывает. Что как бы еще осталось? Можно его вытащить и съесть. Еда! Вкусно. Давай попробуем